Закон есть закон. Если есть нарушение правил дорожного движения, будет административный штраф. Его уплатить нужно в срок, который четко обозначен, не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления. В случае неуплаты административного штрафа сотрудник направляет материал в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Предусмотрена статья 20.25, часть 1, неуплата административного штрафа в установленный срок. Наказание идет административный арест до 15 суток, либо штраф в двукратном размере. Так что если вы оплатили штраф на 62-й день, инспектор ГАИ, пробив по базе данных и выявив несвоевременную уплату штрафа, имеет право отправить вас в суд. Те же санкции ждут владельца авто при проведении любых регистрационных действий с машиной, например, продажи. Но большинство из водителей все же знают, что влечет за собой такая просрочка. Штрафы, наверное, у каждого есть, хоть какие-то, хоть маленькие есть. Но штрафы оплачиваем, насколько я понимаю. Ну, у меня лишний, в течение 30 дней я оплачиваю. Если получил штраф, я стараюсь его оплатить, ну, в течение 1-2 дней. Поэтому какой-то срок, ну, предельный, что ли, меня даже не интересует. Я просто человек ответственный. Тем не менее, за 4 месяца этого года в Сочи было составлено 439 административных материалов по статье «Неуплата административного штрафа в срок». Наложено 87 арестов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.